Что касается поддержки, связанной с выплатой заработной платы предпринимателей, у которых работают сотрудники, это Минпромторг. Что касается тех, кто потерял работу и встал на биржу труда, это Минсоцполитики. Это первое. Что касается мер поддержки, связанных с получением займов, там, субсидий и так далее, это Министерство промышленности и торговли. Мы все в любое время готовы, там, оказываем максимальную консультацию, поддержку.